Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим тесто для пиццы. Пиццы делятся на итальянские и на американские. Сегодня мы приготовим тесто для итальянской пиццы. Для приготовления нам потребуется 400 грамм муки, 250 миллилитров теплой воды, дрожжи, соль, сахар и растительное масло. В глубокую миску наливаем 250 миллилитров теплой воды. Температура воды примерно 36-37 градусов Цельсия. Насыпаем столовую ложку дрожжей, с горкой можно насыпать небольшой. Добавляем 2 чайных ложки сахара. Все хорошо перемешаем и подождем, пока дрожжи начнут играть. Минут через 5-10, когда на дрожжах образуется такая пышная шапочка, добавляем 1/2 чайной ложки соли. Насыпаем 400 грамм муки. Добавляем 2 столовых ложки растительного масла. И замешиваем однородное пластичное тесто. Вот такое у нас должно получиться мягенькое пластичное тесто, которое не липнет к рукам. Теперь замешанное тесто накрываем полотенцем и подождем, пока оно увеличится в 2-3 раза. Время подхода теста зависит от активности дрожжей и от температуры, в котором оно подходит. Когда тесто хорошо поднимется, оно готово, можно приступать к разделке пиццы. Данного количества теста хватает для того, чтобы приготовить две пиццы диаметром 30-35 сантиметров. Если вы не собираетесь готовить сразу две пиццы, то половину теста можно убрать в холодильник. Оно очень хорошо хранится в холодильнике, и это тесто можно даже замораживать. Я надеюсь, что вам понравится такое тесто для итальянской пиццы. У меня на этом все. Всем пока-пока!